Мында менде махсус дресс-код бар иде, шуңа күрә изум яшел төс. Мин ойлыйм инде моны мусульман төсе булган өчен шулай сайлангандыр дип. Мин ифтарда быел 3-нче тапкыр бу фэшн ифтарда 1-нче елны аларның инде кызыл төс иде, узган ел ак иде бит инде быел менә безнең мусульманнарның яшел төсен сайлаганнар. Сез кайдан килдегез бу ифтарга? Без Казаннан. Кызыгыз белән килдегез? Кызым белән килдем. Фэшн ифтарда 1-нче тапкырмы? 1-нче тапкыр. Ничек сезгә әле? Бик яхшы, бик матур, бик шундый сөйкемле, бөтен кешегә карап, сыпланып кына йөрибез. В этом году у нас, во-первых, поменялась площадка за день до мероприятия, но мы в любом случае осилили этот масштаб, этот объем, и все гости доехали до нас, все стали заняты. Дресс-код у нас в этом году зеленый, как цвет природы, цвет земли. Именно поэтому мы привязали это к теме героя нашего времени, Туган Батыр, и палестинцы, то есть по принципу любви к своей земле как раз-таки. Мы очень надеемся, что это запустит такую добрую волну, и все начнут делать больше, усерднее дуа за тех, кто в Газе сейчас переживает все сложности. Кызлар, сіз шын хәлі матур, өзіңіз біле таныштырса ғаз иді. Бек зөр рахмет. Менің есімім Алсу, біз модельер мес Татарстанды. Шулай ма? Әйе. Бүгінгі ифтарда мода көрсетесіз. Әйе. Міне, сізге нешек ұшы, міне шушындай йобык стилді, йолықлы, міне шулай ерер еді кезімі оғамда? Бек мақтур сочетание сейін. المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أنني معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذات كم الله سيسعدك сейчас я приглашаю сюда представителя. Мина мында бик ошы, мында бик матур кызлар, чевер кызлар. Программа с на высшем уровне. Этот сертификат достанется тому, кому уже предопределено это было. Бисмиллахи рахмани рахим. Я прям дыхание схватывает прямо. Ну потому что сейчас мы будем называть имя, фамилию. Я представляю, как сейчас сидят наши зрители. Приготовься. Давай. Нурмагомедова Патимат Шамиловна. Патимат Шамиловна. Нурмагомедова.
Нурмагомедова Патимат Шамиловна. Вы здесь? Давайте порадуемся за Патимат. А, машаллах, это так прекрасно! Во! Кто рад за сестру? Скажите, аль-хамдулиллях. Когда поедете, не забывайте сделать дуа за всех, за всех, за всех, за то, чтобы был мир во всем мире, чтобы не было злости, чтобы люди были добрее, милосерднее. Мы вас поздравляем, и вам весь зал кричит «Поздрав!» Мы вас поздравляем. Пару слов, буквально пару слов. Я понимаю, что эмоции, наверное, но... Я понял, Рашбат. Рашбат. Благодарим вас. И сейчас вопрос такой. Поднимите руки вверх тех, кто хотел что-то сегодня выиграть, но не выиграл. Поднимите правую руку вверх. Скажите «Альхамдулилля». Милые сестры, «Альхамдулилля». Не выиграли, но значит так. Аллах Субхана ва Тааля пожелал. Пожалуйста. Поездок в Умру, у меня эмоции поднимаются, мне начинает становиться тяжело говорить, потому что...